Гроб потрясающий. Это был крутой опыт. И это было здорово. Доброе утро всем. Это Роб. Мы здесь находимся в Охайо. И здесь 3700 квадратных футов крыши, которую мы сделали. Я хочу показать вам, что у нас получилось. Уклон ската 22 градуса, довольно плоская крыша. Позади лес. Это исторический стиль Янки. Настенный желоб. И мы видим ее на фотографиях 75-100 лет, которым уже тому назад. И мы видим, что это очень функциональная долговечная система. И очевидные здесь плюсы. И вглядываясь назад в это время, мы хотим возвратить то, что было сделано века, заботой. И дать уважение тем мастерам, которые до сих пор используем здания, которые они сделали в Цинциннати, которым уже более 100 лет. Но они использовали просто молотки, щипцы. И эти крыши довольно долго простояли и не протекали. И мы здесь видим возрождение технологий в Соединенных Штатах, в тех местах. И мы берем пример Западной России, технология, которая здесь существует, которая усовершенствуется. И работа, которую вы здесь видите, который из Санкт-Петербурга, Сатор Цезариус. И этот человек лучший в мире фальцмастер, ему благодарны, что он вдохновил нас сделать то, что мы сделали, и поднять на высокий уровень стандарты. Вот мы начали это все в прошлом году, в августе, проекта дома, на самом деле, мы начали 5 лет назад, это наша собственность, и были приключения, мы видим конец, наконец-то настает и дом, который мы сделали на холме, типа ранчо, он получился вид на деревья и на реку, и максимально мы здесь погружены в природу. Мы на самом деле спроектировали дом сами, а затем мы работали с инженером, который на самом деле вложил все кровли, а затем окончательные планы, которые были большую часть времени в процессе строительства. У нас были некоторые профессионалы, те, кто нам помогал с кровли, а затем также электрики, сантехники, и мы выбирали надежные материалы, такие как камень, композиты. Мы действительно хотим и то, что очень долго можно эксплуатировать низкими эксплуатационными расходами, поэтому крыш с надвойной фальц – это вообще решение. Мы собираем дождевые воды, фактически все будет работать на дождевой воде, это будет довольно уникально. Мы хотели то, чтобы был материал пригоден для сбора и питья, эта вода, она без химикатов, которые бы могли пасть в нашу воду. Он также будет готов к использованию солнечной энергии. Мы готовы поставить солнечные батареи на крыше. И мы обратились к системам, которые, и это Роб, который действительно поразил нас. И мы были очень разборчивы, и мы смотрели, кто к нам приходит, и были требования наши очень высоки, потому что мы ищем то, что практично, и мы ориентированы на детали, и все, чтобы было нетронутым, и хорошо определенно сделали это, потому что мы, как мы знали, мы хотели от крыши, затем Роб действительно показал нам, что нужно, и что крыша это воплотилась в жизни. Были некоторые модификации на этом пути, но они были очень полезными. И он мешался, как исправить пару проблем, и сделал это на лету. Это было очень полезно, потому что мы очень довольны. Вот мы здесь на крыше, и у нас есть настенный желоб. Мы здесь имеем проходки, которые мы использовали здесь
и они очень долговечны, я думаю, что ребята вам понравится. А это примерно здесь настенный жёлоб, и то, что он делает, он удерживает воду и снег. И хорошо, потому что он предотвращает скользание снега с края вниз, и особенно, когда у вас крутой уклон. Но в этом случае у нас... И здесь мы использовали опору, которая толщина позволяет. Она прикрепляется к основе и удерживает снегу. А это вот то, что делает у нас. И это тот вариант, когда нет дополнительных затрат, все было сделано дешево. И вот мы делаем то, что ваши дома были особенно безопасности, мы это обращаем внимание. И вот мы снова здесь, на настенном жёлобе, и это мы сделали так, чтобы это был встроенный коробчатый жёлоб, но это уже шла потом эта мысль, платили. И здесь дождевая вода, которая потом помещается в цистерну, и мы здесь разместили на высшую точку, здесь у нас идет настенный жёлоб. И здесь мы сделали небольшой козыречек, потому что внизу большая дверь, очень широкая. И мы сделали выбор, и мы сделали из одного картину, из одного цельного листа. Сидим не умеет 1.5 дюйма на сгиб. Прямо здесь у нас есть разрез, и он сделан с использованием сложной геометрии и складок. Это склад в коробку. И он выполняет задачу по удержанию снега, так и по отводу воды в водосточные трубы. Внизу быстро посмотрим на входные отверстия. Так, функция заключается в том, что вода сбрасывается сюда, и мы сделали это механическим защитным двойной фальц. И вот здесь вот, а потом в этих углах вот тут все опять сложные складки, которые мы сделали. Никаких пропилов, никакой зачеканки. И вот в этом месте изгибается и панель, этот участок, что обеспечивает скапливание воды и за передний крайний случай, если есть какой-то зазор, засор и входное отверстие не работает. И это очень важно, так как картины здесь соединены, и здесь на самом деле сделано одинарный лежачий фальц. Мы здесь фиксирующую сделали планку. И здесь, на которой мы сейчас находимся, сейчас крыша, она не имеет сквозных отверстий и креплений. И нигде на этой кровле нет сквозных отверстий. Хочу вам показать вытяжку, которую мы сделали. Она проходит через стоячий фальц. Мы сделали это с учетом того, что здесь мы подготовили картины. И мы сделали это почему? Потому что эта проходка была именно в этом месте, и нам пришлось подумать, как сделать красиво. Здесь мы используем сложную систему двойного фальца без герметиков и силиконов, без прокладок резиновых, как наши конкуренты делают. Они используют такие вот ужасно страшные такие проходки. Сделали. Ну, это пару лет, и потом требует это все замены. А здесь мы сделали усеченные конусы. Мы сделали это все на станке, потом мы согнули кромки, сделали еще одно отверстие для того, чтобы можно было
Третий тип курульных пароходов, то, что есть, это конденсационный люк с колпаками наверху. Мы тоже сделали, как и в других местах, механически двойной фальс. А здесь еще одна проходка, это так называемая гусиная шея, предназначена для того, чтобы электрические кабели, которые входили на крышу, они могут прокладывать здесь и с другой стороны, и там некая антенны, и все это можно механически крепить на фальс, а не делать отверстия на крыше. И я знаю, что это очень важно. Теперь мы собираемся закончить на коньке. Здесь эти, у нас здесь двойной пальц, который непрерывно идут до самого верха и над краем крыши. Мы фиксируем полностью, поворачиваем на капельник, и это очень важно, так как на клик-фальцах используются вот такие коньки, где используются гидрогерметики, и вот к чему приводит все это. И это все делается силиконом и проходками кровельными из резины. Но так это все выглядит. Делают это компании, которые имеют многомиллионный оборот. И это все делается потом, сверху наносится такой герметик. Мы делаем полностью правильную геометрию, применяем механическое соединение. И отличается это все от кликфальца тем, что все детали выполнены и исключают возможность. А кликфальц, он отличает двойного фальца, так как двойной фальц мы делаем первую проходку, затем вторую проходку. И это двойной фальц, очень надежная и целостная система. Вот так выглядит двойной стоячий фальц. И еще проблему, которую я хочу подчеркнуть, мы имеем то, что Z-образный конек, который делают, и это очень большая масса стали, которую она вся потом начинает из-за расширения, и это все 365 дней в году, и когда меняется и картины с защелкой в американском стиле, это не учитывает, что происходит в металле. Например, сталь, которую мы сейчас ходим, она покрыта цинком и алюминием. Она ширяется примерно 1/8 дюйма каждые 20 футов. И в жаркий день, когда это максимальная, например, температура, и от января до января эта крыша, вероятно, будет расширяться этим 50-футовыми панелями каждые четверть дюйма вверх и вниз по крыше. Поэтому мы пытаемся сделать в том, что основном исправляет это расширение и сжатие, компенсирует это, снимает напряжение на крыше, не причиняя никакого ущерба и усталости. Поэтому собираемся подробно рассказать о том, как мы сделали. Это будет гораздо больше смысла. Мы находим то, что называется европейская система, которая адаптирована. Здесь мы находим то, что называется для зоны для фиксированных, для скользящих, а это сверху клямер. И это то, что вы сейчас видите, это скользящий клямер, который вниз, идет вниз,
а это сверху камеры фиксированные, которые крепятся на специальном расстоянии, это все высчитывается. План раскладки камер. И это идеальный способ крепления картин к основанию кровли. Если у вас есть вопросы, присылайте. Будем рады вам ответить. И будем следить за нашими новыми видео на нашем канале, и которые мы будем показывать вам то, что мы собираемся делать. Можем вам оказывать консультационные и все, что знаете в Огайо. И мы будем делать видео. Спасибо за вашу поддержку, ребята. И это здорово. Да, хорошо. Мы только получили красивую крышу, но у нас появился еще новый друг.